рамках ежегодного музыкального национального фестиваля Парижская мэрия организовала многочисленные бесплатные концерты со звездами в самых престижных местах. К нам присоединился достопочтенный мэр Андре Буржуа. Что ж, Экс Уайт выступит на площади Согласия, Лора Найтингейл в Лувре, филармонический оркестр около здания мэрии, а месье Джагет Стоун на Эйфелевой башне. И не будем забывать о многочисленных концертах, которые парижане дают по всему городу. Этот фестиваль обещает стать самым незабываемым мероприятием, которое проводится в Париже с 1982 года. Я Надя Шамак, оставайтесь с нами и слушайте нас. Ну хватит уже, встряхнись немного, дружище. Тут есть и плюсы. Ты можешь посмотреть все концерты, удобно расположившись на диване. Я просто хотел сходить на концерт друзей, Плак. Ну а что же ты так и не сказал? Как вдруг я тебе устрою концерт, который ты никогда не забудешь. Камамбер, ты сыр моей мечты. Камамбер, ты делаешь ярче жизнь. Спасибо, Плак. Лучший концерт на свете. Мастер Фу, суперкот пропал. Я не одолею королеву стиля без него. И супершанс направил меня к вам. Не волнуйся, с суперкотом все хорошо. Тогда где он болтается? Почему не помогает? Он потерял свой талисман. Что? Как это потерял талисман? Это же катастрофа! На этот раз котик просто застрял на дереве. О, погодите-ка, ты к вами суперкота. Да, и он привык копировать мой стиль. Кстати, в последнее время он совершенно расслабился. За 5000 лет у меня никогда не было такого безответственного владельца. И в результате он потерял кольцо. Так что помочь тебе могу только я. Нет, это не обсуждается, Плак. Без хозяина ты слишком опасен. Опасен я? Почему это? А исчезновение Атлантиды случаем не припоминаешь? Я немного переел сыра. Наклон Пизанской башни. Ничего не знаю. Динозавры. Ну да, ладно, там я точно перестарался. Но я был молод. Ни суперкот, ни Плак тебе не помогут. Ну а с другой стороны, твой отец мог узнать обо мне. Хорошо, что к вами нельзя снять или сфотографировать. Но эти фотографы не знают, что они упускают. Я должен отыскать книгу, иначе я никогда не смогу вернуться в школу. Вернуться в школу? С ума сошел! Никакой домашки, никаких будильников. Мы должны праздновать. Эй, смотри! Я назвал эту прелесть Эль Плаго. Созревало 999 дней. Что это? Твой отец немного занят. Разве Эдриан не должен сейчас заниматься на районе? Плак, когти! Плак? Плак! Дела мои ужасны, и с перевоплощением я помочь не могу, ты прости. Мне плохо, устал, есть совсем я перестал, я слабый, не в силах идти. Плак, Плак, что я наделал? Подожди, я помогу тебе. С Рождеством от Маринет? Она такая классная! Сейчас мы тебя подлатаем, Плак! Ты слышишь? Рождество! С Рождеством тебе! С Рождеством, Эдриан! Суперкот, ты мне доверяешь? Конечно, Леди Баг! А ты мне доверяешь? Ты что, смеешься? Я никогда тебе не доверюсь! Ты должен знать, что от меня скрывает Леди Баг. Я обычный Кваме, Эдриан. А у Кваме есть право хранить молчание. Жалко. А я как раз хотел заказать тебе вкусный сыр. Ты никогда не пробовал трап де шурньяк? Здесь сказано, у него ореховый вкус.
Меня не подкупишь, уж прости. Ну а как насчет Фурм де Мобризон? Оказывается, это старейший сыр в мире. Да? Неужели? Да. А знаешь, почему у него оранжевая кожица? Его выдерживают на специальных досках из канадской ели. Есть только одна вещь в мире, которая пахнет так же хорошо, как сыр. Какой ты хочешь? Том де Бош? Или, может, Сэна Йон? Это так глупо. Когти! Ну почему она так долго? Ну, полегче! Что ты делаешь? Скажи, что Леди Баг от меня скрывает, или я выйду из игры. Но так нельзя! Почему? Никто даже не узнает об этом. Всем все равно. А мне нет. Почему? Потому что никто не будет кормить тебя камамбером? Да, найдется другой суперкот, который будет меня кормить. Но он не будет тобой. Здравствуй, суперкот. Эдриан, подумай хорошенько. Ты знаешь, чего хочет твой отец. А я хочу другого. Спасибо, молодой человек. Вы тот, кто... Я все объясню, обещаю. Но сейчас ты должен помочь Леди Баг. О, нет, ненавижу перевоплощаться.